Всем привет, дорогие мои, с вами Голунова Аня. Обещала вам снять обзор на самое дорогое платье из летней коллекции. Ну, вот оно на мне. В принципе, платьишко довольно таки симпатичное. Мне понравилось, если честно. Но оно, как вы видите, не выражает талию. Вот, у него идет двойная такая вот юбочка. Вот, оно электризуется к капроновым колготкам, но его надо без капроновых колготок носить. Вот, ну, это такой, знаете, курортный вариант, или летом вот в самую жару в нем прогуляться. В принципе, оно легкое, классное, фигурка в нем дышит, мне все устраивает, да, то есть какие-то вот лишние моменты скрыты, но оно мне вот, знаете, сильно-сильно получилось в обтяжку, не знаю почему. Вот, значит, это платье с коротким рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, артикул 523-028, верх 100% полиэстер, подклад тоже 100% полиэстер. Антон, видно подклад? Да. Меня Антон Комновс снимает. Очень такое хорошо пошитое качественное платье. Действительно, мне очень оно понравилось. Ну, конечно, если чуть-чуть нагибаешься, уже все выпадает. Но я думаю, для лета это нормально. Вот. И, в принципе, вот оно такое вот большое, красивое. Дальше. Дальше. Платье мне понравилось, дорогие мои. Дальше. Вот такая вот сумочка, как вы видели у меня на плечике. Тут поворачиваете, открываете. Тут есть кармашки. Значит, данная сумочка идет с артикулом, значит, артикул у нее идет 600-413, размер 22 на 6,5 на 14, да, такая вот сумочка на лямочках, очень даже симпатичная, верх искусственная кожа, подкладка 100% полиэстер. Сумочка очень такая тоже и вместительная, хорошенькая, тут есть отделы. Вот, и один отдел на молнии, второй отдел простой. То есть никаких, в принципе, нареканий к продукту нет. Тут идет вышивка, самая настоящая вышивка. Антош, видно на камеру, да? Самая настоящая вышивка, в принципе, очень такая хорошенькая. Мне она тоже понравилась. В очень хорошем комплекте она идет с босоножками. Но сумка кожаная, а босоножки вот бархатные, к сожалению, да? То есть тут идет немножечко какая-то вот немножко несостыковка. Итак, сейчас на мне босоножки женские, цвет хаки, размер 38, артикул 884-820, верх микрофибра, подкладка искусственная кожа, подошва тунит. Вот, ну что могу про них сказать, это все живая вышивка, это очень красиво смотрится, это что-то типа бархата, вот этот вот вельвет. Сверху ремешок, все отлично подошло, здорово сочетается с нашей сумочкой, как вы видите. Антон, видно? Да, очень хорошо. Здорово сочетается с сумочкой, никаких нареканий нет. Они идут размер в размер, а на ножке сидят просто великолепно. Ничего нигде не давит, ничего нигде не натирает. Очень странно, потому что это первый раз у меня с босоножками от Faberlic. Обычно мне ни одни босоножки не подходят. То мне давит тут, то у меня не хватает ремешка, потому что взъем большой. То мне вот эту косточку давит, я терпеть не могу. А тут прям все вместе, в тандеме, очень симпатично. Я думаю, что очень даже вот такой красивый комплект получился, да, и они очень подходят данному платью. С сумкой совсем, в принципе, можно будет в этом во всем прогуляться. Сейчас у меня в руках две модели туфлей. Значит, туфли женские, цвет бежевый и цвет черный. Оба размера 38. Значит, вверх это идет у нас как бы искусственная кожа. Подкладка искусственная, лакированная кожа вверх. Подкладка есть просто искусственная кожа, подошва просто вот идет тунит, да, то есть вот так вот они выглядят. В принципе, туфельки отличные, никаких нареканий, никаких там кривых швов, вообще ничего, то есть они просто отличные, хорошие туфли. В носке они легкие, приятные, значит, у бежевых артикул 884-827 и у черных 884-834, вот тут можно даже запутаться. Да, вот так они у меня смотрятся на ноге, в принципе, да.
Вот так смотрится на ноге. Антон, видно, да? Да, да, очень хорошо. Они, знаете, они как чешечки. Каблучка вообще нисколько нет. Ничего нигде не давят. Не больше мерят, не мало мерят. Все просто вот как бы, знаете, без каких-либо на то нареканий. Вообще абсолютно такое чувство, что я хожу в чешках, в балетках. Даже, вот знаете, это вариант... Аэропорт, поезд, да, если вы хотите выглядеть стильно, там, и там, добежать до магазина, еще вот, да, то есть такие вот повседневочки, ходить на работу, да, чтобы и ноги не уставали, и выглядеть вот так вот стильно, просто со вкусом, они ко всему подойдут, а, вот, в принципе, хорошенькие туфельки. Далее, на мне сейчас юбка идет, она идет цвет белый, размер 50, состав 48 полиэстер, 48 хлопок, 4 эластан, артикул 521, 397. Вот, значит, ну что можно сказать про юбочку? Юбочка нормальная, кстати, сзади вот я сейчас так вот сделаю, вы видите там разрез, я еще не решила, ставить мне ее или нет, поэтому я разрез не убрала, да, то есть вырез, Антон, видно? Да. Да, видно. Вот, тут идет очень широкий такой пояс, да, как вы видите. Юбочка, в принципе, нисколько, по-моему, нет, она тянется немножко. Идет вот тут вот, отсюда, к низу, вот, до куда? Я не могу увидеть. А вот до сюда, это молния. Молния обычная пластмассовая, то есть ее можно носить с любой блузочкой. В принципе, симпатичная. Видно, Антон, что она жаккардовая? Да, видно, да? Очень хорошо. Очень хорошо видно. Муж меня просит эту юбку оставить. Сказал, что хорошо на мне смотрится. Хорошо, нехорошо? Итак, сейчас у меня в руке кеды женские. Цвет белый, размер 38. Артикул 884, 841. Верх искусственная кожа, подкладка... текстиль, подошва резина, подкладка тут пружинит очень хорошо, она приклеена, пружинит, сама подошва вот такой вот тут, это как называется, протектор, я все забываю, да, она очень такая гнется, но упругая, и вот тут вот, знаете, вот прям нашита, прям вот на, получается, на искусственной коже нашит вот такой вот рисуночек. Антон, сфокусировалась, да? Да. Ну, мне такая обувь больше предполагает то, что это или на вторую обувь детям, или летом носить. Ну, я не знаю, в поездке здесь тоже будет хорошо. И с юбкой, и с джинсами, и с леггинсами, и с капроновыми колготками, да, то есть чем угодно и год хорошо. Значит, Антох, видно вот тут? Да. Вот, хорошо встала. Да, то есть вот так вот они смотрятся на ноге. Очень удобные, очень уютные. Действительно, какое-то вот есть, что они пружинятся. Очень классно. Действительно, достойная модель. Вот, честно скажу, заказала и себе, и дочери. Вот. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. Буду рада вам показывать новинки следующих каталогов. До встречи с вами в новых интересных видео.